Где Альберт и Люлия Хейвен? Я обещал. Люди думают, что все будут жить мирно. Я не понимаю. Спокойная, мирная улица. Все вы. Вы убили семью Хейвен. С этим ребенком что-то не так. Его я хочу. Эта семья ввязалась так, откуда вам вылезти не хочется. Да, это то, о чем вы думаете. Мог бы все решить за ночь. Никаких адвокатов, никакого доверия. Согласна. Думаю, этот город изменился. Это как путь разделить людей. Вам и мне нужно отступить.